Наш самый крупный проект рассчитан на 3 года. Это около 16-19 миль дорог в Black Hills, Sheridan Lake Road. Сейчас мы его почти что заканчиваем. Проект предполагает полную перепланировку дороги. Мы убрали все кривые, все выпрямили и сделали дороги намного безопаснее. Используя XPath, нам понравилась простота. Вводишь данные, и все готово к работе. Мне нужно было подготовить план в горизонтальной проекции для съемки. Сделать это оказалось проще простого. Я накидал план достаточно быстро, после чего я смог сразу перемещать и поворачивать его. Мне не нужно было беспокоиться о других командах или разных командных строках, которые, как правило, нужно заполнять. Что касается ввода данных, вы можете извлечь их из проектов и легко перенести их в полевой контроллер. Я думаю, это ПО повысило мою производительность. Я бы сказал, наверное, процентов на 15-20. Все потому, что оно намного проще в использовании. Мне не нужно перескакивать из одного раздела в другой, чтобы добиться чего-то. Все всегда под рукой. Что касается дорожного модуля XPath, я не думаю, что там есть команды, которой бы я не воспользовался. Планы, продольный профиль, витражи, расширение дорог. Я использовал поперечные профили, предоставленные инженером. Я использовал типовые шаблоны. Я использовал это все, и оно работало безупречно. С другим программным обеспечением мне всегда приходилось сначала использовать ПК. Что-то потом дорабатывать и переделывать. Но в GeoMax импорт данных работает сразу правильно и без проблем. Программу очень легко освоить. Вы можете взять его и отправить сразу на объект. В нем есть все команды, которые вам понадобятся для работы, которую вы делаете. Я бы порекомендовал XPath другим. Мой опыт работы с программным обеспечением XPath был замечательным. Им было легко и приятно пользоваться.